спортивному комплексу «Дмитров» исполнилось 15 лет. Построенный в начале 2000-х годов по инициативе бывшего главы Дмитровского района Валерия Гаврилова, он превратился в настоящую жемчужину не только Подмосковья, но и всей России. Судите сами. 5 ледовых площадок для хоккея, фигурного катания и кёрлинга, бассейн, крытый парк для экстремальных видов спорта. На базе комплекса работают несколько спортивных и физкультурных секций. Ну, основные секции – это, конечно, хоккей, фигурное катание. Также у нас занимается на нашей базе отделение спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо Дмитров». Это плавание и кёрлинг. Также у нас есть, недавно открыли художественную гимнастику. Ну, для совсем маленьких, конечно, потому что помещения не позволяют заниматься уже профессионально. Это только на начальной стадии. Также сейчас открыли батутный парк. Там планируется открытие школы по батутам и по альпинизму. Кстати, необходимость в переоборудовании экстрим-парка появилась давно и не случайно. Случилось так, что оборудование, которое было до этого в парке «Экстрим», уже обвешало. Также был старый батут, который требовал реконструкции и для комплекса больших материальных вложений. И волею случая был звонок от владельцев батутного парка. У них есть объекты и в Москве, и по области. Это сетевые батуты. Предложение встретиться и обсудить. Плюс также то, что больше посетителей приходит на наш комплекс, больше видят, больше узнают. Мы сейчас начали заниматься перекрестной рекламой внутри комплекса, чего не было до этого. Человек, приходя на один объект, может узнать, что происходит на другом и какие мероприятия там планируются. Далеко не все секции спортивного комплекса бесплатные. Рамки муниципального учреждения позволяют его руководству активно развивать платные услуги. У нас зашел батутный парк, и, конечно, он зашел по договору аренды, и на основании этого, конечно, секции получаются платные по батутам и альпинизму. Но при заключении договора было оговорено, что должны быть и бесплатные места для незащищенных категорий граждан. По плаванию уже непосредственно, помимо отделения школы Олимпийского резерва «Динамо Дмитров», у нас работают отдельно тренера, которые заключили с нами договора на аренду дорожек плавательных и организуют секции для малышей подготовительного плавания. А дальше уже выпускники этой секции платной переходят, сдав тестирование, на отделение плавания школы Олимпийского резерва. Кёрлинг бесплатно занимается, хоккей бесплатно. Фигурное катание, вот группы начальной подготовки тоже на платной основе. Также через аренду ледовой площадки. А художественная гимнастика? Платно. В спортивных и оздоровительных секциях спорткомплекса в общей сложности занимаются более 1000 человек. Большая часть из них, 800, это дети. В этом году муниципальные власти приняли решение о передаче секций фигурного катания и хоккея в муниципальную школу по санному спорту, бобслею и скелетону имени Альберта Демченко. Это связано с тем, чтобы дать более высокий статус школе. Ее все называют школой, но на самом деле это получается как две секции при спортивном комплексе «Дмитров». И хотелось, чтобы тренера, которые занимаются с ребятами, все-таки имели правильный юридический статус и назывались как тренера. В данный момент была бы необходимость перевести их в статус инструкторов. Вот. И перевод в спортивную школу Олимпийского резерва даст все-таки больше возможностей и по финансированию данной школы, и также по присвоению разрядов и категорий тренерам. За прошедший год спортивный комплекс «Дмитров» проделал колоссальную работу по проведению на высшем уровне спортивных мероприятий от всероссийских до международных, которые в конечном итоге способствовали продвижению нашего города как в России, так и за рубежом. Отличные отзывы получил «Дмитров» из Российской и Международной федерации хоккея после проведения женского молодежного чемпионата мира по хоккею. Матчи первенства планеты посмотрели 27 тысяч человек. Это рекордное количество зрителей за всю историю юниорских женских чемпионатов.
Кроме того, в Дмитрове впервые прошли три финала всероссийских соревнований среди детей «Золотая шайба» в разных возрастных группах. До этого они проводились в Сочи на двух спортивных объектах, а у нас в Дмитрове получилось это провести все на одном объекте. За все время посетило 3600 участников данное мероприятие. Это было в течение месяца. Также на закрытии одной из золотых шайб присутствовал министр спорта Колобков. Тоже оценил на хорошем уровне организацию. Здесь, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам, которые помогли вытащить этот тяжелый объем груза, который лег на наши плечи. Потому что такое количество человек здесь еще комплекс никогда не видел, никогда не принимал. Это вот по 64 команды на один финал. В спортивном комплексе «Дмитров» на высшем уровне был проведен и чемпионат мира по болхоккею, который является разновидностью хоккея с шайбой, только игры проходят не на льду, а на ровном твердом полу с пластиковым мячом и клюшкой. План спортивных мероприятий на будущий год не менее насыщенный и напряженный. Это турнир шести наций по хоккею среди женских команд, всероссийский финал «Золотой шайбы», всероссийские соревнования по кёрлингу и другие старты. В планах руководства – открытие новых уникальных площадок. В планах, конечно, у нас обновление парка коньков для аренды. Также планируем перепрофилировать парк «Экстрим». Вот. Батутный парк – это только одна ступенька. Дальше у нас в планах уложить искусственную траву, там мини-футбольную площадку, и также одну площадку сделать универсальное покрытие, потому что уже давно в спорте, понимаю, знаю проблематику, у нас нет зала у баскетболистов для тренировок и проведения игр. Парк «Экстрим» это позволит сделать с универсальным покрытием. Но не только баскетбол, но также волейбол и мини-футбол. И в планах также там будет позволять возможность открытия еще дополнительных секций, каким-то, возможно, единоборством, или также для художественной гимнастики. Это позволит увеличить объем платных услуг, которые оказывает комплекс, и направить эти средства на улучшение других услуг, которые есть в комплексе. Планы – дело хорошее, но без решения некоторых проблем они могут тормозиться. А они есть, как и в любой организации. Мы сейчас активно занимаемся выводом нашего комплекса на федеральный уровень. Многие в России уже знают, что в Дмитрове есть спортивный комплекс, на котором есть 5 ледовых площадок. Ну, одна из них – это кёрлинг. Это уникальное явление. Я знаю, в Щербинке сейчас открывается третий лед. Это три хоккейные площадки. Ну, Дмитров пока еще никто не догнал и не перегнал. Перспективы, конечно, в комплексе нам не хватает на данный момент игровых залов, почему мы и перепрофилируем парк «Экстрим». И также не хватает мини-стадиона для тренировок и тех команд, которые у нас уже есть, и спортивной школы, и тех, кто приезжает к нам на сборы. Удалось в этом году посетить международный форум «Россия – спортивная держава» в городе Ульяновске, где уже познакомились с представителями министерства. И в том плане, что привлечение инвесторов на объект – это по программе государственного муниципального частного партнерства. Я думаю, наш объект в этом плане интересен, потому что наличие таких стольких льдов довольно-таки привлекательно. В этом году спортивный комплекс «Дмитров» распахнул двери для двух команд молодежной лиги – групп А и Б, хоккейных клубов «Динамо» и «Голден Докс». По словам Ильи Овсянникова, наличие хоккейных клубов повысили статус комплекса и его посещаемость. Вот у нас сейчас есть дмитровская команда Национальной молодежной хоккейной лиги «Голден Докс». Ребята начали тяжело, но сейчас постепенно набирают обороты и уже дают бой командам, которые находятся выше их по турнирной таблице. То же самое привлечением количества льдов сыграло для команды молодежной хоккейной лиги «Динамо» Москва. Они выбрали ее как домашнюю арену.
Вот. И здесь у нас никогда не возникает проблем с проведением у них тренировки. Потому что если вдруг у нас мероприятие проходит на основной арене, у нас всегда есть 3 площадки в резерве для проведения тренировок. Каков объем платных услуг в муниципальном учреждении? В этом году объем платных услуг достиг 60% от выделенного бюджетного финансирования. В предыдущие годы это было порядка где-то 35-39%. Мы приближаемся к той цифре, которая требует от нас область. Мы показываем хороший уровень. И за счет нашего комплекса растут хорошие показатели Дмитровского городского округа. Дополнительные доходы от платных услуг помогают укреплению материально-технической базы и в целом на какие цели вы их направляете? Да, конечно, это очень помогает в нашей работе. Тратим их согласно положению, утвержденному Советом депутатов. У нас 50% идет на оплату труда людям, которые оказывают эти платные услуги, участвуют непосредственно в их оказании. 40% мы направляем на оплату коммунальных услуг и 10% на укрепление материальной базы. Конечно, очень сложно вот за 10% сделать что-то глобальное. В основном это уходит на текущие моменты жизнедеятельности, необходимые для оказания тех же самых платных услуг. Как известно, свита делает короля. Так и здесь все успехи и достижения спортивного комплекса «Дмитров» стали возможными благодаря неустанному труду его сотрудников. Коллектив сплоченный и грамотный. На торжественном мероприятии по случаю 15-летия наградили очень многих. О коллективе я могу сказать только положительные эмоции. Мы вот провели награждение. Очень много людей, которые отработали здесь более 10 лет. Это 43 человека. Это все-таки хороший показатель, с учетом того, что у нас работает вот на данный момент 152 человека. Многие здесь поработали более 3-4 лет. Это все-таки хороший показатель удержания сотрудников. Мы сейчас создаем социальную программу внутри объекта, потому что не всегда мы можем удержать человека зарплатой. Все-таки мы ограничены финансами и положением по оплате труда. Но все-таки внутри своей инфраструктуры мы можем дать людям очень много. Они могут пользоваться услугами нашего комплекса. И все-таки это можно отнести к соцпакету, как говорится, да, и все-таки это является большим плюсом в сравнении с другими организациями. 15 лет позади, все еще впереди. Жизнь спортивного комплекса «Дмитров» безусловно яркая, активная, разнообразная. Что будет завтра, зависит от каждого, кто работает в этом спортивном учреждении. Хочется, чтобы и впредь комплекс процветал и продвигал «Дмитров» как в России, так и за рубежом.